игроков ЮВК. Папанасенко наносил удар мимо ворот. Высоко начинают встречать игроки ЮВК. Игроков Жилстроя. Я думаю, Олейников цепляется за мяч. Да, удар Козлова с метров 13. Прямой удар был носком. Панасенко, Усик. Кондратюк. Нет, это Рыбак, прошу прощения. Кондратюк. Передача на Рыбака. Опасный момент. И все-таки сравнивая счет. Рыбак, Кондратюк, двухходовка. Сагайдаченко отбил первый удар. И Данила Бакшин все-таки добился своего. С третьей попытки он сравнил. Один. Пугач. Берлезев. Четыре фола у команды Вивакап. Грубо ошибаются игроки Вивакап. А Бакшин. Грубо ошиблись игроки Жилстрой. И обед Абакшин забил 2. Ну, игровое территориальное зашел от Сорина. Добился аута всего лишь навсего. И вот Сагайдаченко подключается пятым. Что, в принципе, прогнозировалось. Подзолков. Иванов. Сагайдаченко. Кондратюк. Пустые ворота. И Кондратюк забивает великолепный мяч. Счет становится 3-1.